Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. 8 часов вечера, прилетел Зур, а также начались испытания Осириса. Испытание Осириса, у нас идет карта Несса, так что подготовьтесь. Что касается Зура, он у нас находится на Ио, шрам великана вот здесь располагается. Экзотическая энграмма идет одна на три персонажа, подходите к покупке с умом, так как она достаточно дорогая. Пятерка мечей дает вам настроить сумеречный налет так, как вам удобно. Зур нам сегодня привез багрец, интересная очень вещь, особенно если вы играете через купол, через титана, да, имеется в виду в PvP, да, то есть потому что багрец у нас идет фактически такая импульсная винтовка, то есть в виде револьвера, отсечка по три патрона, вот, и так как купол бафает очень сильно, вы очень быстро сбриваете своего противника. Помимо этого, когда вы убиваете противника, у вас восстанавливается ваше здоровье. Запомните, тут есть еще у нас и катализатор, так что он подойдет как и в PvE, так и в PvP, но им надо все-таки уметь играть и привыкнуть к нему, потому что, ну, грубо говоря, не все его любят. Тень дракона дает возможность охотникам делать уворот и перезаряжать все свое оружие. Помимо этого, скорость перемещения ненадолго повышается и удобство оружия. То есть для прохождения, например, в соло какой-нибудь активности, когда у тебя все виды оружия не перезаряжены, да, то есть поможет. На Титан он привез просто бесполезный шмот, поэтому для коллекции, не более того, уклонение МК-44, просто бесполезный шмот. Ну и на Варлока он привез протокол Звездный Огонь, тут такая комбинация идет, то есть вы играете через плазменные гранаты, то есть через огненного Варлока и через раскол. То есть убили плазменными гранатами, восстановили энергию раскола, поставили раскол на урон, и благодаря урону, который вы даете из этого раскола, восстанавливаете плазменные гранаты. Такая комбинация. Но в целом есть более актуальные виды шмоток в плане экзотики на Варлока. Вот такие вещи сегодня привез Зур, ни рыба, ни мясо, скажем откровенно. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Ставим пальцы вверх, подписываемся на группу, на канал, ставим колокольчик. Всех благ, пока-пока.